Всем привет! Хотела вам сказать, дорогие подписчики и зрители моего канала, возможно, прям кто только сейчас зашел на мой канал, хотела сказать, что каждый день на моем канале прикольные и классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми увидеть мой новый классный анекдот. Ну а сейчас анекдоты про 23 февраля. Жена у меня спросила, что я хочу на 23 февраля. Я ей говорю, болгарку хочу. Она, а что, татарка уже не устраивает? Дочь говорит отцу, папа, ну ты нас с мамой водишь 8 марта в кафе, а 23-го мы не ходим. Так давай нас и 23-го води в кафе, чтобы бы тебе не было обидно. Мой муж сегодня сходил в магазин и купил себе пену после бритья, лосьон, бритву, шампунь, трусы, носки, футболку, тапки. Посмотрел на меня и, улыбаясь, говорит, «И что же ты мне подаришь на 23 февраля?» А я ему отвечаю, «Ну и зараза ты!» Не судите меня строго, немножко волнуюсь, переживаю, буду немножко подглядывать. Поздравляю с Днем Защитника Отечества. Хочу пожелать силы, мужества и отваги. Пусть каждый день будет успешным, пусть каждый поступок будет достойным, каждое слово твердым, каждая идея отличной, а каждое действие уверенным. Желаю быть здоровыми, любимыми и непобедимыми! С праздником вас, мои дорогие!